Добрый день всем зрителям канала Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского района. Сегодня мы с вами продолжаем вместе со мной, с Борисом Артем Ивановичем, руководителем графического коллектива «Созвездие», нашу рубрику продолжаем. Это академические ансамбли народного танца. И сегодня мы познакомимся с очень интересным ансамблем танца. Называется он «Заслуженный коллектив Государственный академический ансамбль танца Беларуси». Он является ведущим хореографическим коллективом Республики Беларусь. За более чем полувековой период своего существования Государственный ансамбль танца Беларуси стал неотъемлемой частью национальной культуры страны и ее достояния. История ансамбля начинается с далекого 1959 года, а именно 29 октября. Тогда 50 лучших юношей и девушек Белорусской ССР, тогда она была, эта страна называлась так, которые составили первую труппу ансамбля. Впервые собрались в репетиционном зале, эта дата по традиции 29 октября является днем рождения ансамбля. И первым человеком, который стал руководителем данного ансамбля, был Александр Григорьевич Апанасенко. Он заслуженный артист Украинской ССР. Вскоре коллектив по праву стал лучшим профессиональным танцевальным коллективом бывшего Советского Союза, то есть он был наравне с ансамблем Игоря Моисеева, с главным ансамблем СССР тогда. А уже через 8 месяцев после основания ансамбль гастролировал не только по территории Белорусской ССР, но и выступал в крупнейших городах всего СССР, то есть и в России, и в Украине, и по многим другим странам тогда Советского Союза. Вскоре репертуар коллектива вскоре стал необычно разнообразен. Конечно же, изначально это были, да и сейчас в большинстве своем, это белорусские традиционные танцы, эстрадные танцы под белорусскую музыку. Но и также есть в репертуаре это русские танцы, украинские, молдавские народные танцы. Конечно же, стран, других стран демократических, и финские танцы, финская полька, и латышские, литовцы, Прибалтика. Конечно же, есть такие танцы, как украинский гопак и метелица. Это поставлено первым руководителем Александром Апанасенко. Он же был народным артистом Украины, поэтому, конечно же, украинские танцы были даже в первом том составе ансамбля. В первые годы существования коллектива эти танцы были все национальные, но и сейчас до сих пор большинство танцев, они восстановлены и всегда в репертуаре. И мне хочется начать посмотреть вместе с вами, начать наш рассказ о коллективе с танца, который был одним из первых поставленным. Это композиция «Караход». Давайте мы с вами ее посмотрим. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, Державный академический ансамбль танца.
Вот такой был продемонстрирован белорусский традиционный танец. С даты основания, с 29 октября 1959 года, коллективом руководили многие тогда народные артисты, многие педагоги, но в 1986 году в ансамбль пришел Валентин Владимирович Дудкевич, который до сих пор руководит с этой даты, такой переломный, руководит ансамблем танца Беларуси. Он является выпускником Белорусского государственного хореографического училища, то есть уже белорусская школа, окончил Белорусский государственный театральный художественный институт и аспирантуру Института этнографии и фольклора Белорусской ССР. Работал главным режиссером отдела спецмероприятий Белгосфилармонии. В одном из первых своих интервью Владимир Дудкевич как-то сказал, что хороший ансамбль – это сильная программа, отличная музыка и, конечно же, красивые костюмы. И еще это репертуар, который должен не только изменяться, сколько накапливаться. Если в репертуаре будет 50-60 активно использующихся концертных номеров, это будет нормально. Но вот как раз после этого интервью Валентин Владимирович так поступил с ансамблем. Ансамбль стал продолжает и сейчас развиваться. И, конечно же, сегодня с уверенностью можно сказать, что ансамбль накапливает и сохраняет композиции. То есть композиции не теряются. И там с 59 года до сих пор эти композиции накапливаются, восстанавливаются и всегда в репертуаре. И сейчас Государственный ансамбль Беларуси ежегодно представляет на суд зрителей несколько полноценных концертных программ, которые меняют более 50 танцев. То есть, знаете, целую концертную программу, связанную еще какой-то тематикой, 50 номеров, то есть огромный репертуар, который сохраняется, репетируется. Конечно же, сохранены и бывшие союзные танцы республик, называется это Театр народного тана программа, которым мечтал балетмейстер, так все это состоялось, как он говорил в интервью, все это состоялось. За более чем полувековой период существование ансамбль стал культурным достоянием. Он по праву считается авторитетнейшим организацией в области народного искусства не только Беларуси, но и всех стран СНГ. Поэтому, потому что накоплен огромный багаж народных танцев и, конечно же, белорусских народных танцев. И этим багажом пользуются и другие ансамбли, и детские, и хореографические коллективы. Конечно же, ансамбль известен во всех уголках Белоруссии, конечно же, и даже в далеком-далеком зарубежье. Ансамбль достоин множества национальных наград и присвоено, конечно же, ему звание заслуженного ансамбля коллектива Республики Беларусь. Это самое высшее звание в стране. Ну, конечно же, несмотря на свой такой возраст полувековой, 60 лет уже ансамбль недавно исполнилось, ансамбль продолжает работать и в современной хореографии сейчас, и эстрадной хореографии живет. И сейчас мне хотелось бы в заключение нашего эфира я попрощаюсь с вами и покажу еще одну работу, которая называется «Ясь и Янина». Это уже эстрадная больше композиция. Мне кажется, это интересно. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До встречи в нашей рубрике о клинических ансамблях народного танца. Все. До свидания. Ну, конечно, смотрите номер «Ясь и Янина».